Инспекция по труду провела 748 проверок совместно с Госстройнадзором. Вынесено 366 постановлений. Саморегулируемая организация провела 535 проверок. Организация членов СРО и жилищная инспекция провела 3083 инспекционных обследований на объектах капитального ремонта в 41 муниципальном образовании. Капитальный ремонт детских садов закончен в полном объеме. Оздоровительные лагеря закончены. Здесь мы продолжаем только приемку работ. Ресурсные центры на сегодня все работы тоже завершены. По остальным программам тоже здесь вопросов нет. Ни по ГИСУ, ни по фонду газификации. 86-й слайд поставьте. Значит, продолжаются работы на объектах, на коровниках, машино-тракторных парках, овощехранилищах и силосно-сенажных траншеях. Программа благоустройства водоохранных зон. 12 объектов завершены в полном объеме. Из 20, значит, работы продолжаются. Общее выполнение 79% программы.